Всем привет! В прошлый раз мы убили Гератину, точнее псевдо-Гератину, фальшивого, в общем, неважно. И в этот 9 глава, ох, очень сонный, ну конечно, всю ночь отчитывали, да, после этого отчитали, там бла-бла, и так далее. И теперь, видимо, хвостику достается все. Все лекции, которые были вчера птенчику выговорены. О, уже проснулся и уходишь? Думаю, вчера была очень плохая ночка. Да, ну ничего, не вини Каракосту или как его там, он просто волновался. Ну, в общем, спрашивает опять. Вспомнил что-либо из прошлой жизни, ну, как всегда, ответ нет. В общем, нечего себя составлять. Кажется, ты уже привык к этому миру. Возможно, пора тебе увидеть еще побольше чего этого мира. Ну, в общем, говорит, что там приключения немножко опасные. То, что... Не знаю. Становись посильнее, в общем. Искать бихимов еще. Ну, неважно. В общем, летние каникулы. Сейчас увидим, что будет. Это так. Мысли нашего Нузлифа. О, кажется, только начинается все. О, наконец что-то сделано. Какая часть из этого сделана? Смотри, смотри сюда. Ты оставил грязные... Ты больше оставил грязных пятен, чем чистых мест. В общем, грязных мест, чем чистых. Я очищал это. Я действительно это сделал. Нет, ты этого не делал, непростительно. Непростительно, а неприемлемо. О, правильное слово. А, иди сюда, возвращайся и сделай все это. О, кажется, заставил убираться. Какое-то письмо. Посмотрим. Это записка от Хвостика. Я прочитал записку. Дорогой Немихо. Извини, но кажется, сегодня я не смогу с тобой поиграть. Каракоста заставил меня убирать дом сверху донизу с прошлой ночи. Значит, поэтому мы сегодня должны сделать перерыв в наших приключениях. Значит, надо поискать еще кого-то, кто бы захотел помочь мне с этим подземельем. О, ребята, вас поймали. Вас отчитали. О, не хотел бы я попасть под его... на его лекции. Ну, в общем, они все говорят, что произошло. Кто-то получил тоже за проделки вчерашние. Вот. Блин, они же спали. Как их вообще могли заметить? Пришли ночью. Вышли через окно. Чё нам париться? В общем, они продолжают про лекции. Так, что теперь? Ты думаешь пойти в очередное подземелье? Да, звучит неплохо. Я бы тоже сходил. Все, короче, согласны. Я должен выбрать, с кем я пойду. Ну, во-первых, Эспер. И... А, только одного я выбираю, да? Ну, окей. Одного так одного. И мне пора уже в этот...
спасти Саламанс или как его там. Так, во-первых, уберем вещи. Спасибо, так не нужен. Тоже хорошая штука. Так, и достаем. Так, еще один Бири. Два ревайвит Сида. Так, усыпить врагов. Обязательно прогресс девайс еще разочек. Вот это хорошая штука. Пробуем взять. Ну все, набрал я кучу всего. Надеюсь, мне этого хватит. И я смогу победить Саламанса. Так, третий этаж. Да. Я не могу поменять его, но я могу выбрать кого-то еще. Так, Виктини, хорош, Марио, в принципе, Сильвион неплох. Ну ладно, Виктини, да, очень силен. Мы его и выберем. И плюс... Надо будет потом посмотреть. Special Def, Healing, Loop, Keep Items... Так, надо было выбрать. Ну, в любом случае, нормально. Да. Мне этого хватит, чтобы пройти, я надеюсь. В прошлый раз не получилось. Эксию с тобой. Я буду ходить от Виктини. Ого, Хатона. Ты серьезный покемон. Выберем скиллы. Эмбер, Сибим, ну и давайте Сирингшот. Ого, вот это урон. Да, с таким количеством есть шанс. Семь, ну, в общем, все серьезно. Извиняюсь, зарядка оказалась слабая, надо все поставил. Да-да-да. Ну. Кого? Кто там у нас будет? 73, нормально. Ого-го. По одному урону. Water Shuriken. Водяной шурикен.
сильно-сильно, очень хороший урон. Таким макаром, я думаю, смогу его убить Саламанса. Наконец, пройти его. Может быть, даже у меня будет Саламанс как помощник в данже. Это будет вообще очень круто. В общем, мы это узнаем. Ой. Давайте еще разочек, как бы. Не проблема, тратится все равно по одному заряду. Так что не важно. 17 уровень. Уже неплохо. Так, нужно мувсет. Сломался. Так, ну, в принципе, не так давно это было, поэтому можно и забить. Посмотрим, что у нас там по количеству скиллов. Так, нет, вот статус. 9, 7, да, у нас достаточное количество скиллов. Спасение невозможно в следующем этаже. Поэтому мы сейчас будем... И вот он, Саламанс. Внимание. Саламанс. Смотрит на вас. О, хорош. Теперь мы... Пробуем. 17, 16, 57 слабо. О, и он еще и оконфужен был. Кроме всего прочего, я оконфужен вообще. 30 урона. Ну, вообще не хочет умирать. Сколько же у него хп? Так, надо... На всякий случай сламбер, конечно. Ну, ладно, дальше эмбер. Здесь тоже... Может, ковид попробовать? Здесь... Ну, здесь серинг-шот, здесь вариантов нет. 6.40. О! Да, я победил его. Много хп, я не знаю, сколько у него там, больше 300, может быть. Я больше не буду плохо себя вести, будем так, поэтому простите меня. Теперь я буду вашим другом. Спасибо, что проучили Саламанса или преподали ему хороший урок. Он, кажется, извиняется за то, что произошло. И теперь я могу использовать Саламанса, как я понимаю. Это очень-очень круто. Он очень сильный покемон. И новое задание. В две стороны, может быть, даже два задания теперь можно будет сделать. Да. В принципе, делать мне больше нечего. В этом подземелье. Поэтому просто выйдем. Нет, больше нет экспедиции сегодня. О, это было интересно. Я тебе дам награду за то, что ты меня сегодня пригласил. Silver Spike. Что это такое? Зови меня еще раз, если понадобится. Серебряный шип? Похоже.
мы теперь законнекчены. Команда мерзавцев законнекчена. Все, батя, как насчет этого? Кажется, ты закончил. Ура, я наконец закончил убираться. Я валю отсюда. Куда это собрался? О, не мехо. Я наконец-то закончил уборку. Извини за сегодня. С завтрашнего дня мы продолжим заниматься своими делами. О, ты уже вернулся, Михо? Да. А, я вижу, твой приятель здесь. Кажется, ты был в глубокой яме с своим бати. Да, но теперь, правда, я знала, почему он так зол на меня, поэтому не стал припираться. В общем... Он за приключения и все такое, и он, может сказать, прямая противоположность бати Чеспину или Хвостику. Та-да-да-да-дам. В общем, то, что мир имеет много всего странного. Рассказывают про какие-то Elevation Mountain. Ты имеешь в виду те горы? Но это как священная гора или что-то типа того. Ты же не намерен туда идти? Да, я думаю, но... В общем, он просто хочет хотя бы один раз сходить посмотреть. Ну, в любом случае... я понимаю, что ты имеешь в виду. Никто не говорил, что тебе надо идти. Но я просто хотел сказать, чтобы ты не терял это чувство приключений и... как-то... Потом скажу. Типа жажды... Не жажды знаний, а... ладно. Не помню это русское слово. В принципе, это не так плохо пойти на небольшое приключение, ну и все такое. Ты и Мюхо играли до конца дня. И следующий день. Следующее утро. Как всегда, боком. Ну да, я уже понял, что это не клюм сена. Окей. Доброе утро. Давай сегодня постараемся. Окей. И для начала попробуем сходить сюда. Здесь ничего нету. Так, надо какие-то задания взять. Смотреть, что у нас тут есть. Хм. Еще одно задание. Так, я еще не приконнектился с этим покемоном. Ну, в любом случае, два задания у нас есть. Райчу. Райчу электрический покемон, довольно полезный, может быть. Ну, поэтому мы сейчас будем, наверное, его спасать. Посмотрим еще, что за задание. Это... О, Пелипер. И он свалил куда-то. Чайка. Это чайка. Улучшенная, эволюционированная чайка. Мутировавшая. А, это действительно был Пелипер. Интересно, почему он прибыл сюда. В общем, он сказал, как это было... случай, когда покемон превратился в камень. Что, покемон превратился в камень? Имеете в виду камень? Камень?
имеется в виду всякие камни. В смысле, я вообще не имею представления, не имею понятия. Я первый раз услышал об этом. Ты про... Не, никакого вообще слуха и духа, никто вообще не знает, где это произошло, и в деревне все было вообще нормально. Возможно, это затронуло только Ливели Таун далеко от нас. А мы довольно далеко от этого места. Много мест, которые мы не знаем. И я хочу уже пойти из этого, из этой деревни и отправиться в открытый мир. Ну, как-то так, да? Ты помнишь, что ты еще ребенок? И мир полон опасностей и все такое. Да, да, я знаю. Хватит мне напоминать уже. Ну вот так и закончили. Так, надо посмотреть, есть ли что-то тут интересное. Больше никаких ревардов нету. Магби. Что ты имеешь в виду? Превратился в камень. Так, посмотрим, что у нас тут есть на продажу. Прогресс девайс, две штуки, Warren Berry. Давайте купим. Так, надо посмотреть сначала, какие задания. Так, Finder, Skin. Так, Райчо оставил посылку. Ну, посылка это несложно. Обычно просто монстры. Осталось только вспомнить, где это было, потому что я второй раз уже не могу посмотреть. Так, это у нас Stonefield. Окей. Stonefield. Yes. Мы отправляемся в Stonefield. Я же могу Саламанса выбрать, да? 50 уровня! Просто мне подарили 50 Саламанса. Шикарно. Просто шикарно. Так, а что это такое? Атакует 10-й Саламанс. Живем, живем. Надо будет потом ему пару скиллов выучить. Нам будет зайти к этому ханчману. Клиент Ранчо. Райчо с тобой. Но все равно 50-й уровень, а хп 82 всего. Оу. Почему я иду вообще? Так, что у нас тут за скиллы есть? Firepunk. Rage. А, точно, Rage не самый лучший скилл. Рейзер. Серьезно. Лоу кик. Давайте байт и сиринг шот. Убил? О, 83. Так, не, надо, чтобы они ходили за мной, потому что это вообще не вариант.
Пока нет. Просто упал парень. На Виктине оставим. Только же они любят это атаковать. Да. Воскресить. Я его лечить же не могу. Я ему не могу ничего дать, поэтому приходится таким образом воскрешать его. Так. Мы прибыли на этаж сокровищ. Чё ж ты бьёшь-то? Ну хотя бы это. Хотя бы в паралис стал, тоже неплохо. Прыгунчики. Просто команда по прыгунчикам. Тремя сильными скиллами. Ну, конечно, 50 уровень, тут ничего не поделаешь. Надо будет еще парочку таких покемонов найти, чтобы можно было полную силу с ними драться. Ну, главное, так, главный плюс это, конечно, то, что, ну, уровни, то, что вот пониженный урон идет, я думаю, и повышенный урон. На этом этаже где-то находится, соответственно, коробка. Один урон просто. Файнг. 120. Да, все. Шикарно. А он что, может по воде плавать? О, а он, оказывается, по воде ходит. Интересно. А, это летает. Это из-за того, что он летающий, да? Ну, как бы, да. Это летающий, мне просто интересно, или из-за того, что он плавать умеет. Ну, в случае. Так, не, сюда нечего идти. Вот где-то здесь должно быть, да, вот оно. Quad boost. И подарок, все. Мы закончили. Задание выполнено, и у меня теперь есть Раичу в арсенале, которого могу использовать. Не, ну конечно, сделать так, чтобы надо драться с 50-м Саламансом, когда ты 20-15 уровень, это жестко. Окей. Да, покинуть подземелье. Посмотрим, что будет еще дальше. 95 атаки, 68 так, вот, defense 65 и 55, офигеть. Нет. Я думаю, надо убежать. Эй, батин. Вы двое направляете домой? Да. Отличный тайминг.
Я как раз собирался приготовить ужин, вы можете пойти со мной и помочь мне. Что? Взамен вы получите добавку. Как звучит честно, да. Да-да-да-да. В общем, мы договорились. Эй, что? Что за место Relation Гора? Mountain. Я знаю, что мы не должны туда идти, но это точно. Это гора, это священное место нашей деревни с давних времен. Это оно под запретом. Этот запрет переходил от поколения к поколению. Но почему оно запрещено? Я не знаю. Ты не знаешь? Так что там происходит? Я это тоже не знаю. В общем, ничего не знаю. Я знаю, что это просто традиция, продолжается, что нельзя туда ходить. Только не говори мне, что ты думаешь туда пойти. Не-не, конечно нет. Я начал думать об этом только когда мистер Назлив сказал об этом. И он, просто хотел узнать, почему это запрещено. Все понятно. Значит, но в любом случае не ходите туда. Хорошо. Пошли домой и отправимся. Ник, вот идешь с нами? Да. Отлично. Будем есть. Вот тоже надо задуматься об этом вопросе. Поесть. Да. Сохраняем. И... следующее утро. Бежим. Опять доброе утро. Работаем сегодня на славу. И опять какая-то... О, точно, надо саламанцы заменить скиллы. Так что, куда мы сегодня отправимся? И стоять вы двое. Ну, мистер Назлив, идите сюда вдвое. В чем дело? Потише говорите. У меня кое-что есть. Короче, идите за мной. Какая-то информация у меня есть, может быть, или что-то, какой-то предмет. Сейчас мы узнаем. Что? На горе Апрель. Я не знаю, как это точно будет переводиться, но, в общем, я уже говорил потише. Это же секрет, мы не должны кричать, но мой батя сказал, что мы не можем туда идти. Да, я знаю, как они думают, я тоже думал, что... Немихо здесь. А Немихо, да. Он же должен быть, был человеком, он же должен был быть человеком. И потерял все воспоминания, без каких-то доказательств. Я думал, что-то сзади этого стоит. И, в общем, я хотел провести какое-то расследование самостоятельно, чтобы что-то найти. Что он может рассказать? Какая-то гора, какая-то деревня. Фиг пойми где, в общем, ладно. И вот почему ты хочешь отправиться на эту гору, да? Эта гора всегда была окружена каким-то... покровом мистическим. Я поспрашивал деревни, но все мне твердили, что они ничего не знают об этом. Даже если они знают, но они все скрывают обо мне. Или не хватает смелости сказать. Немихо стал покемоном и появился в этом месте неспроста. Вы думаете... сами догадайтесь. То есть, видимо, какой-то мистический секрет творится, поэтому наш основной персонаж стал птенчиком, или другим бы покемоном, смотря как вы там выбрали. В любом случае... мы думали, что это... Хвостик,
самые... Не задир, а... Как его там? Затейник. О. Но, оказывается, нет. Так, где у нас там? Саламанс, во. Dragon Breath. Так, сначала мы посмотрим... Имбер... Кранч есть. Даже Dragon... Даже... Fly? Лол. Конечно. Ну, Саламанс просто с такими скиллами сейчас будет. Так. Спешл. В любом случае, психический. Поскольку Саламанс у нас, по-моему, физикой атакует, то мы, соответственно, все атаки, которые физикой бьют, это самые эффективные. О, Flamethrower. Тоже очень сильный скилл. Double Age очень тоже сильный. Ну как-то, ой, ну... Вообще вот они по силе, ну... Не настолько отличаются. В любом случае надо огненный скилл. А хотя нет, же спешл. Ладно, сначала мы сделаем кранч. Так, и теперь... В принципе, вместо фаерфанга можно. Потому что, ну, все-таки один спешл скилл можно иметь. Я думаю, так я сделаю. Иногда спешл скиллы... Тем более здесь как-то странно это все работает, поэтому почему бы и нет. Так, и что у нас там еще есть? Трайчу 16 уровня, ну, слабые уровни. Эспор, кстати, Эспор, что у нас? Confusion. Трайчу. Электробол. Дерлинг. Ну, Дерлинг это первая форма, поэтому... Все. Справились. Можно теперь отправляться дальше. Да, мы отправляемся в Elevation, Revelation, Elevation, я уже не помню, как правильно. Все, бой. Путь. Так, теперь сегодня моя очередь охранять. Этот путь в Revelation Mountain. Mountain. Да. Значит, сегодня Хиппотамус на страже. Так, что мы будем делать? Просто смотри. О, мистер Назлив. В чем дело? Извини, друг, я только что узнал. А, сегодня произошла ошибка, и сегодня я должен быть на страже. Что, ты? Ну, в общем, развел, как всегда. В подобных случаях происходит, типа, я должен быть на страже, ура, ура, спасибо, что ты такой честный. И пошел пить. Я не знаю, что он там пошел делать, но в любом случае. Так.
проблема, что он же сильный, да? Так, а у меня что? Я занят инвентарь весь? Да, я не разгрузился. Ну ладно. Пару яблок съедим. Уже жду, когда нормальные скиллы появятся, потому что они реально очень... Эмбер и Байт. Очень слабо бьем. О, Сламбер, 4 штуки, это очень крутая. Это... Как его там называется? Это усыпление. Это круто. Много у меня всякой фигни. Ну, в принципе, не так это плохо. Врагов вообще нет. По крайней мере, не пропаду. Ого. Парень, ты куда пошел от нас? Интересно, сколько всего зарядов? Мне кажется, ограниченное количество. Неограниченное количество. Имеется в виду зарядов вот этого альянса, когда он прекращается. Я просто не вижу, где это написано. Понижает защиту, чтобы атаковать потом магической атакой. Такое себе. Power up boost. Еще больше. Сначала атаку, потом атакующий луплет, потом power up эмеральд или как его там. Эмера. Почему он не в моей команде? Почему я не могу взять еще одного? По-моему, подстава. В принципе, они и так сильные покемоны. То есть, ну, как бы, слабые, точнее, подземелья, по крайней мере, на данный момент. Что будет дальше, неизвестно. Если будет как Саламанс, какой-нибудь 50 уровнем, даже при всем, что у меня есть, будет сложно его победить. Легче. Фух. Да, в таких случаях опасно. Еще power up boost. Ну давайте теперь это. Уже не успею.
Тоже интересно, что будет. Будет ли какая-то эволюция или не будет. О! Шикарно. Прям в той же комнате оказалась лестница. Но не сейчас. Хм. Урон огромный просто. Да, выпьем. Это не та вещь, которой нужно переживать. Эликсиры довольно частые. Ими можно пользоваться очень-очень много. Да. Слишком много всего. Даже подобрать не могу. Девяносто урона. Нанес, убил. Легко. О, вот этот шарик. Шарик по-любому нужен. Все шары, они очень сильные. Во-первых, показывают какие-то вещи. Например, ну, на всю комнату действуют. Это уже... Так, может быть, есть какая-нибудь... Давайте эликсир. Эмера Ап. Ну, Эмера Ап не настолько хорош. Его можно использовать. Жалко, что не вечно. О-о-о-о. Жалко, что не вечно. Увеличиваются слоты. Но на подземелье этого хватает. Этаж. О, Petrify Orb, это вообще крутая штука. Это окаменение. Этот орб обязательно надо будет взять. Сламбер. Ну, или не будем брать. Хотя нет, ну нужно сделать или не делать. Можно найти тут врага, нет? Нет, нельзя. Ладно, идем. Может, стоило из Petrify Orb выбить. 5 пауэров пусто. Спешл атак усилен. Нормально. Спешл атак как раз то, что мне нужно. В целом мой покемон тоже, он на самом деле атакующий, то есть он не маг, будем так называть. Но скиллов на данный момент мало очень атакующих. Всего-то 18 уровень. В это время уже должна быть эволюция, но почему-то ее здесь нет. Значит, не будет. Значит, буду вечно таким слабым. Бергвард. Эмбер Байт. Изи. Психический покемон. А, или призрак. И Байт, по-моему, по призракам бьет сильнее. Я, походу, весь круг сделал. Оп, не зря пошел сюда. Все, последний этаж. И мы сейчас будем смотреть что-то. Кажется, мы далеко зашли. Да, похоже на то. Какое-то открытое пространство. Давайте проверим. И... Ого. Тут какая охрана. Это шериф и его ребята.
С ними даже такие, как Поливрав и Бедрил. Если быть честным, я даже не думал, что тут здесь такая охрана. Если мы попробуем пройти силой, у нас будут проблемы. Да, неудача. Кажется, это конец на сегодня. Все? В общем, плохо, что так получилось. Извиняюсь, что так вышло. Не ожидал. Трам-пам-пам. Я полагаю, мне надо пойти с ним, извиниться, что так напортачил. В общем, я пойду первый. Нифига себе, прям все честно извиняются. Да надо скрыть и вообще не говорить никому, что произошло подобное. Иначе будет беда. Окей. Ну, пока это какие-то... Какой у нас 9-й акт. И продолжу, соответственно, играть за цыпленка в этом мире покемонов в следующий раз. Сейчас всем пока.